Илон Шор может лишиться депутатского иммунитета. Председатель законодательного органа Игорь Гроссу зачитал 9 заявлений с этим запросом. В нарушении именно такого числа статей обвиняется народный избранник. Обращение направил исполняющий обязанности генпрокурора Дмитрий Робу. 9 заявлений от генпрокуратуры. Запрос об отзыве депутатской неприкосновенности депутата парламента Молдовы Илона Шора. Заявления и материалы от генпрокуратуры будут переданы комиссии по юридическим вопросам, назначением и иммунитету. Гроссу уточнил, что отзыв иммунитета Шора запрашивается с целью провести обыски и аресты в рамках уголовного преследования. Когда спикер закончил зачитывать обращение, депутаты фракции Шор запросили паузу в 45 минут. Позже они провели пресс-конференцию, на которой заявили, что Илон Шор не виноват в ситуации в стране. Марина Таубер отметила, что в последнее время партия подвергалась нападкам со стороны правления. Мы их беспокоили, начали процедуру импичмента Майи Санду, составили декларацию о государстве, захваченном партией действия «Солидарность». Следует учитывать и выборы в Бельцах. К тому же им надо прикрыть свои неудачи. Марина Таубер считает происходящее политическим заказом и местью за то, что люди любят Шора. Депутат покинул Молдову в июне 2019 года. Он объявлен в международный розыск и не присутствовал ни на одном заседании нового парламента.